Перед вами собака-универсал. Она может стать охотником, охранником или просто верным товарищем. Вы на канале Кутята.рф. В этом видео поговорим о породе, которая подойдет не всем. Речь пойдет о родезийском риджбеке. Родезийский риджбек – элегантная и сильная собака. При среднем росте – около 65 сантиметров. Она весит примерно 40 килограммов. Ридж выглядит как легкий атлет. У него крепкое, но суховатое тело с рельефными мускулами и длинными конечностями. Обтекаемая фигура плотно обтянута гладкой шкурой. Все в ней приспособлено для стремительного и долгого бега. Если бы не висячие уши, собака в движении была бы похожа на породистую скаковую лошадь. Вместо гривы у нее ридж. Это шерстяной гребень на спине. Его образуют волоски, которые растут в обратном направлении, от крупа к холке. Полоска довольно широкая, около 5 сантиметров. А венчает ридж корона, два симметричных завитка. Окрас может быть темно и светло-рыжим. На морде бывает черная маска. На груди и лапах небольшие белые отметины. Собаки этой породы обладают хорошей выносливостью и крепким здоровьем. При правильном уходе они живут 14-15 лет. Родезийский риджбек – охотничья собака, которая со временем поменяла профессию и стала компаньоном. Риджи отличаются спокойным и мирным нравом, но робкими их не назовешь. Они уверены в себе и своих силах. Если возникла угроза, этот пес будет тщательно охранять хозяина и свою семью. Гостям обрадуется, но бурных эмоций проявлять не станет. А к обычным посторонним людям отнесется нейтрально, без злобы и агрессии. С детьми у родезийских риджбеков взаимная любовь. Они хорошо понимают друг друга, вместе играют и спят. Но собака должна быть хорошо воспитанной, а ребенок понимать, что это не игрушка, а живое существо. Лают риджи очень редко, только если имеется веский повод. Это серьезный плюс для городских собак. Однако одиночество они переносят с трудом, особенно в юном возрасте. Им хочется, чтобы хозяин и другие члены семьи были рядом круглые сутки. Если никого нет дома, щенок риджбека найдет развлечение. Он станет разбирать квартиру. Но со временем пес успокаивается и благополучно спит в ожидании хозяина и прогулки. Родезийский риджбек – единственная порода, выведенная в Южной Африке. Когда-то поджарые рыжие собаки с характерным гребнем на спине помогали людям из племени готентотов. Они ходили на охоту и охраняли местные селения. Риджи могли долго преследовать добычу и способны были, до прихода хозяина, задерживать даже льва. В конце 19 века на юг Африки пришли колонизаторы из Великобритании. Они отметили прекрасные охотничьи качества собак-аборигенов и прозвали их львинами. Затем местных псов стали скрещивать с европейскими породами подходящего формата. Так появились современные риджи, более крупные и сильные. Интересно, что первый стандарт породы составлен на основе характеристики далматина. Родезийский риджбек прекрасно подходит для городской жизни и квартирного содержания. Но в теплом доме с обширным участком ему будет комфортнее. Однако вольер, а уж тем более будка с цепью, не для этой аристократичной собаки. Ридж терпеть не может холод и слякоть. Он предпочтет спать на диване. Эти спортивные собаки нуждаются в продолжительном и активном выгуле. Так что будущему хозяину придется вывозить питомца за город и устраивать для него велопрогулки
или походы. Зато уход за риджбеком не потребует много времени. Достаточно 2-3 раз в неделю массировать его тело щеткой или резиновой рукавицей и следить за чистотой глаз, ушей и зубов. Каждый хозяин решает сам, как кормить свою собаку. Можно подобрать для риджбека питание натуральными продуктами. Такой рацион примерно на 70% должен состоять из нежирного мяса, рыбы и субпродуктов, а также сыра и творога. 20% приходится на сезонные овощи, кроме картофеля. И оставшиеся 10% – крупы. Лучшие из них – рис и гречка. Точно рассчитать количество белков, жиров и углеводов довольно сложно. К тому же собаки этой породы часто бывают аллергиками. Поэтому удобнее давать сухой корм. Но нужно выбирать качественную и гипоаллергенную продукцию. Родезийский риджбек – интеллигентная собака, которая хорошо умеет учиться. Заниматься со щенком нужно с первых же дней. Ему надо спокойно и настойчиво объяснять правила совместной жизни. Вся семья должна придерживаться одной стратегии. А главный принцип воспитания – нельзя позволять малышу то, что вы не разрешите взрослой собаке. Среди риджбеков встречаются упрямцы, поэтому воспитателям придется проявить терпение. Очень важно, чтобы году пес усвоил основные команды, облегчающие жизнь в городе. Надо обязательно научить риджа ходить рядом, иначе будет сложно удержать его на прогулке. Родезийский риджбек – привлекательная порода, но подойдет она не каждому. Будущий хозяин должен честно оценить свои возможности. Готов ли он уделять внимание воспитанию щенка? Будет ли у него время для длительных ежедневных прогулок? Сможет ли он вывозить собаку за город и обеспечить ей полноценное питание? Если хоть одно условие под вопросом, риджа заводить не стоит. Этот пес подойдет активным и спортивным людям, которые любят долгие прогулки, поездки на велосипеде и подвижные игры. Если вы завели щенка риджбека и правильно его воспитали, вы получите веселого компаньона для пробежек, помощника для охоты, охранника для дома и приятеля для детей. А что вы думаете о породе родезийский риджбек? Подписывайтесь на наш канал и оставляйте комментарий. Хотите себе такого друга? Тогда посетите наш сайт kutyata.rf. На нем вы сможете подобрать собаку своей мечты, которая будет по карману именно вам.